Я приезжаю в колонию, и вдруг мальчик сидит, вот новенький поступил, а у него на голове язвы. Угу. Я говорю, язвы. Я говорю, что у него, лишай? Говорит, не, Юрий, это мама окурки тушила. Ужас. Ребеночек маленький, окурки. Она такая, пила, но она умерла. И этот мальчик начал писать стихи. Вот этой маме, мамочка родная, прости меня, что вот я плохо о тебе думал. Ты ушла, мне так тяжело без тебя. Это вообще, понимаете, такие вещи тонкие. Детское сердце, оно настолько проникнуто добротой, настолько нежностью к матери. Он ей, все тебя прощаю, все, только живи. Понимаете?